бизнес-классе. Хотя, конечно, какая здесь разница, эконом-класс, бизнес-класс, я особо не знаю. На вид, но это же деньги, что эконом-класс. Полет, точно не знаю, сколько, наверное, часа 2, часа больше. Сейчас, скажем, в самолете. То есть вот такие сиденья, опять же, так все чисто, да, то есть как там сзади эконом-класс, в принципе, такие же сиденья, не знаю, видно, что никакого интертеймента здесь не будет, видео показ не будет, может, конечно, спустят отсюда сверху, посмотрим потом. Так, у меня здесь, как обычно, у нас duty-free магазин, журнал, да, то есть как обычно. Все, скоро скажу, нам отключить камеру, выбрать, спрятать, так что я все прячу. Увидимся. Итак, вот мы уже летим. И разрешили нам снова включить камеру. Это я смотрю в иллюминатор, ничего не видно, темно. В камеру не видно, а то, конечно, немного видно землю. Это на нашем крыле горит огонек. Так, что нам предлагают здесь? Из всего развлекательной системы нет. Вот одна единственная развлекательная система. Это вот такой табло с карты, показывает, где мы прилетаем. Сейчас нас будут кормить. Вот, кстати, хотела показать, как выглядит самолетик. Вот он такой. Это Airbus A320. Это, конечно, не такой большой, как был из Москвы в Лондон. Поменьше немного. Но теперь я знаю, какая разница между бизнес-классом и эконом-классом. В бизнес-классе нас будут кормить ужином. Сейчас принесу. А в эконом-классе будут всего-навсего давать только бутерброды. Вот так. Сейчас посмотрим, чем же нас будут здесь кормить. Так, ну что ж, вот нам принесли покушать. Итак, еще раз, значит, это бизнес-класс у нас, да? То есть здесь уже вот в таких тарелочках, нормальных тарелочках все. Это у меня рыба, я взяла рыбу. Тут уже было мясо, да, вот так выглядит. То есть здесь уже почти как в ресторане. Также можно, конечно, были спиртные напитки, но я не пью. Вот такая халява, а я не пью спиртные напитки. Ну что ж такое? Один раз я попробовала уже на самолете выпить спиртное. Мне было очень плохо, с тех пор я не пью. Не будем мы прославляться на всю страну, да? Так, что у нас здесь еще? Это значит какой-то десертик. Что за десертик? Ладно, потом посмотрим. Так, ну, в общем, вот, наверное, чем и отличается бизнес-класс, да? Да, перед этим нам принесли салфеточки, чтобы мы протерли ручки. Так, да, и, кстати, еще в бизнес-классе они вешают вашу верхнюю одежду на вешалочки. Вот так вот. Ну что ж, а я сейчас покушаю, хотя я уже поела в бизнес-зале, конечно, но не пропадать же добру, правильно? Придется есть опять. Где-то, наверное, лететь еще полтора часа. Я постараюсь сейчас поехать спать.